Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Ведьмак 1. Давненько не загружал. Отвлекался на бондов, на пиратов, ассасинов. Да и так дела были. Но тем не менее, ладно, у меня запись идет далеко вперед. На несколько недель вперед прогружена. Ну давайте. Деревня. Я с лютиком бежал. Ага, здесь ускорения же нет, это же нет. Да. Ну пошли, пошли. Не к добру, бродячие мамуны. Так, а у меня вообще опять есть? Опять спугнули мою кошку. Так, еда у меня есть? Твою мать, еда! Какая кнопка еда? Любая еда. Какая-нибудь. Мне надо хоть какую-нибудь. Мать его, еду. Ладно. Старость. Долгая сюда дорога была. Я бы хотел напиться. Вот так. О. Держись подальше от русалок, ведьмак. Ой. В дверь в дом знахарки. Ох ты. Ладно. Что у нас за знахарка? Абигейл. Приветствую тебя снова, Геральт. Приветствую тебя, Абигейл. Итак, ты нашла себе новый дом. Меня приняли с распростертыми объятиями. Их знахарка умерла прошлой зимой. Если хочешь, я открою тебе их самый страшный секрет. Ты ничуть не изменилась. Я разработала особую мазь по запискам старой знахарки. И? От нее шерсть их коровы начинает блестеть. На самом деле я изменилась. Что привело тебя сюда? Не могу поверить, что ты по мне соскучился. Ну, и это тоже, кстати. Почему ты не живешь в деревне? Ведьмы живут вне деревни. Всегда так было. Нужно с этим смириться. Абигейл, помнишь пещеру? Геральт, кто стар? Так, а что я тебе могу подарить? У меня... А, купить. Ням-ням. Так-то мне для зелий надо. Да вроде пока и зелий, и бомб не хватает. Но пока вроде ни в чем себя не ущемляю, так что... Ну-ка, смогу купить? Ни хрена. Ну и ладно. Так, на свадьбу идем. Мать его. Запись бы не оборвалась, и то хрен пойми. Таверну. Так, ты чё у нас? Приветствую, ведьмак. Много хорошего я слышал о людях твоей профессии. Удивительно. Обычно ко мне относятся как к прокаженному. Только не в моем доме. Когда я был мальчишкой, мне часто рассказывали, как ведьмак спас жизнь моему деду за серебряный грош. Должно быть, это было очень давно. Я Геральт. О да, очень-очень давно. Меня зовут Юлиан. Рад познакомиться. Деда. Расскажи мне. У деда, да хранит его великая Мелителе, был надел земли. В горной ледяной долине в северном Кавире. А там была заброшенная угольная шахта. Да только без угля. Дед всегда год за годом он искал эти сокровища. И вот сокровищ нет. 47. Боги ему ответили. Грянул ужасный гром. Дед пришел в себя. Выкопался из-под снега и тут увидел нечто. Дед бросился бежать, всего раз нагнувшись, чтобы подобрать. Спустившись с гор, он встретил ведьмака, который согласился. Они вернулись в долину, и ведьмак убил чудище. Он не мог не заметить сокровища, разбросанные по всей долине. Дед понял, что ведьмаку можно доверять. И он отлично знал, что рано или поздно о сокровищах станет известно, и кто-нибудь захочет их отобрать.
А ведь сокровища были Дед с ведьмаком стали партнерами. Ведьмак присматривал за рабочими, убивал чудовищ, отпугивал разбойников. Так, понятно. Как скоро я женюсь на дочери Сал. Так, а что у тебя? Ага. Ну, в принципе-то мне это ничего не надо. Так, а мне что-то выкинуть надо. Так. Так. Хотя я мог продать, наверное, да? Так. Все это мы читать не будем. Ну и вот это, наверное, куплю. У него будет. Мало ли. Игрок. Так, трактирщица. Это кто? Знаменитый Белячок? Стыдно с тобой не подраться, ты как? Я сейчас выпью, подожди. И нахреначу тебя. Тут осталось-то. Чачи-то чуть-чуть. Ох. Давай. Да, я готов. Увидим. Посмотрим. Юшка, баба. Страсть, как хочется врезать. Давай. На. Нахренакал. Поколотил ты меня как следует, беленький. Заслужил хорошие деньги. Это да. Приветствую тебя, беленький. Давай. Будет по местам. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. На. На. Баба. На. Нахрен. В болото тебя. Лобак. Неплохо. Не стыдно проиграть беловолосому. Привет. Будь по местам. Давай. Никакого вызова? Ой, господи, да я тебя еще даже не тронул, нахрен. Тебе-то хоть держались. Неплохо. Не стыдно проиграть беловолосому. Так. Блять, даже выпить не успел. Отстань, я уже руки поднять отстань не могу. Я уже руки поднять не могу. Скала. Он? Я тебе слышал. Говорят, ты победил толстого Фреда и масляного Боба. И колоду. Я ищу достойного соперника. В таком случае, милости прошу. Меня зовут Скала. Зловещее имечко. Хочешь сразиться с настоящим чемпионом? Да. Какова ставка? Полных 500 аренов. Я буду уч... На. Никакого вызова? Никакого вызова?
Да подожди ты, блядь! На! Дай-то бог, чтобы ты был сильнейший из всех нахрен, чтобы я закончил эту миссию с боями нахрен. Поздравляю, чемпион. Но прежде чем ты заберешь свою награду, я хочу сказать тебе, что есть еще кое-кто. Кто? Одержав победу, ты доказал, что готов к встрече с ним. Отправляйся на болото. Там тебя ждет безымянный. А теперь можешь выбрать себе награду. Я возьму лучшую руну. Милости прошу. Итак. Юлиан уже видел наш бой, Лютик. Ты хули тут орешь? Геральт? Что произошло в Изиме после того, как я исчез? Мне откуда знать, я тоже уехал. Слышал только, будто ты там немало народу положил. Иногда убивать необходимо. Только не обижайся, но тебе что, понравилось убивать людей? Людей я убиваю только в случае самообороны. Как в добрые старые времена. Как бы мы ни старались, количество ублюдков и негодяев не уменьшается. Правильно. Худшее еще впереди. Будь от... Хорошо. Геральт? Как пож... Это поэтический шедевр. Ш... Романтический. Захватывающий. Напишешь о крестьянах, работающих в поле? Лютик, что-то ты темнишь. Скоро ты об... Быва... Так, ладно. Хочу кусочек. Мне где? Хотелось съесть кусочек. Я родич. Фольтест послал тебя, чтобы ты помог нам с рыболюдьми, верно? Не совсем. Странный они народ. Слыхал, что они разумны? Кое-что слышал. Я старый дурень. Конечно, ведьмак-то должен был слышать. Я буду рад узнать побольше. Водяные – древняя разумная раса, которая поклоняется своим собственным богам. Жрецы водяных молятся многим богам. Я не знаю имен подводных божеств, но наши праотцы говорили об огромных созданиях, повелителях подводного царства. Многие из этих жрецов также поклоняются владычице озера. Они пользуются уважением среди своего народа, в частности, потому что они владеют какой-то магией. Интересно. Спасибо. Ну, старик порадовал. Да пошли они. Ходят слухи. Я могу чем? Добро. Приветствую. Если ты устал, отдохни. Если ты голоден или тебя мучает жажда, так я и... Чувствуй себя как дом. Спасибо. Чем могу? Спрашивай. Что ты можешь рассказать мне об этом поселении? Темноводье. Мы живем тут вдали от великих мировых свершений. От нашего имени говорит Тобиас Гофман. Знай также, что мы происходим от тех... Воды озера поглотили затопленный город. Некоторые... Понятно. Древние... Это мы тоже знаем. Их... Так. Так. Ага. Вот для начала местность. Мне надо вперед. Не туда. Ой. Уже лучше. Так, извиняйте меня. Я хоть туда бегу? Вот туда мне надо.
Хрен там. Ладно. Да мать твою. Я никак не привыкну, блять, к управлению. Стоит только на что-нибудь отвлечься, поиграть что-нибудь другое, как начинается. Так. Кузнец, сын кузнеца. От вас один. О, клиент. Почему? Редко кто покупает оружие в темноводье. Так что я так себе продавец. Папаня? Мастерская моего папани на... Может быть, понятно. Может и так. Ну, у тебя тоже, знаешь ли. Я бы, да, прикупил бы. И вот эти тоже прикупил бы. Так, а вот это что такое? А, рунный камень Перуна, это вот вместе красный метеорит, подожди. А нет, ни хрена. Блять, а что бы выкинуть-то мне? Ну-ка. Ну, одень, одень. Я хочу просто купить его. Вот так. Так, что тут? Привет. Привет. Чем я? Ты кто? Мастер на все руки? А... Чтобы выжить в наше время? Хобби. Именно. Понятно. Да? Так. Мне... Так, это как... Блядь, ты мне хочешь серебряный заменить? Для борьбы с чудовищем против людей неэффективен. Так, рунный меч. Рунный, рунный, рунный. У меня вот это тоже же рунный. А, из метеорин достали. Ладно. А подожди, а одежда? Броня нет? Брони нет, блять, это моя броня. Нас ждет голодный год.
Так, а мы взять. Мы вообще где? Дом Адама, дом Алины, кузнец. Это мы в деревне. Дорога к мосту. Так, подождите, мне надо выйти. Я что-то не совсем одупляю. Я устал. Куда-то мы приперлись. Ага, мне вот в ту сторону надо. Но только вначале, подождите, мне надо. Гость на свадьбе. Для убийцы монстров здесь работа. Это, блядь, что за охранник коровы? Настоящая королева. Кто бы сомневался. Посмотрите внимательно, Милздарь ведьмак. Другой такой коровы не найдешь. Да, впечатляет. Вы посмотрите на шкуру, на хвост и на вымя. Мы планируем, что она спарится с быком-чемпионом из быковца. Это будет нечто. Порода, известная на весь мир. Не сомневаюсь. Ах, наша корова! У нас чудесная кровка. Бля, что это херню какую-то ты мне. Посмотри. Да. Вы. Мы. А? Пока. Я всегда была умницей. Я просто хижина, просто, блядь. Просто хижина. А где тут можно тормознуть-то? О. Дом вот это, блядь, какой-то штуки. Ты иной. Как моя бабушка говорила, что нет. Ну. Да. Твоя сестра рада, что выходит замуж? Ну, конечно, она рада. Ей немного надо. И уж точно ей наплевать на младшую сестру. Думаешь, я завидую? А я только правду говорю. Алина счастья не заслуживает. Ненавижу эту нимфетку. Она же у нас зеница ока папочки. Нимфетка? Ей все можно. А теперь она закадрила Юлиана. Богатого купца сама шляется везде и задирает нос. Не беспокойся, ты себе найдешь хорошего мужа. Лучшего, чем Юлиан? Не этого? О, как я страдаю за народ Адама. Издеваешься? Или, может, ты имеешь в виду отшельника из полей? Не нужно злить. Почему ты тоже на ее стороне? Как же я ее презираю. Да, только господи. Ты должен подарить мне кольцо покрасивее, чем... До свидания. Так, мне, чтобы подарить, мне надо освободить сначала место. Подожди. Ключ от дома могилы. У меня. Покажи. На. Где ты нашел эту ерунду? Купил у старого нищего или на ярмарке в день? Но... Заткнись. Ладно. О, ну вот. Твою мать, я думал, прогадал. Я не зря кольцо носил. Хотя оно мне нахрен не нужно, конечно. Господи. Вот тебе и современные нравы. Очпокать бы кого-нибудь, да? Нет. Ладно. Сколь ложно утверждение о том, что месть лучше кровать холодной. Это непростительно. Давай, мне здесь до полуночи подожду. А за это время, подождите, может, микстуру какую-то сделаю, нет? Ни хрена я не сделаю. Ну ладно. У меня вроде как бы все бы так бы есть. Надо использовать это все.
Ну. Так. О. Кстати, заметьте, светло. Ладно, не могу и не могу. Давай. Вы здесь есть, нет? Блять, тут опцы. Яга. Вон они, утопцы. Ну, вперед ко мне. Время пришло так разобраться. А нахрена мне их мозг? Я уж даже... Так, ага, переполнил. Только один мозг мог взять. Охренеть. Так, минутку. А мне вот... бля, я мне не рухнувший мозг нужен. Ты-то мне не нужна, скалопендра. Так, откуда мне надо-то? Это что, это развалины, это ру... И... Так, это, блядь, рухнувший мост. Ну, давай. Труп. Так. Хрен там. Ну ладно. Мне надо в развалины куда? Блять, даже не пойму. Проход к берегу, проход в поля. Да. Убил. О, херак что-то снял с нее. Хитиновый панцирь вызов. Блять, торговцы-то его, может, и купят, а нет, он нахрена. Так, развалины. Интересно. Тело тут давно лежит, но какая-то сила не позволила костям рассыпаться. Все верно, не позволила. Так, я вот отсюда пришел, проход в поля, это нет, мне надо вот сюда, наверное, проход к берегу. О, куда-то на дорогу, да, выбегаю? Направо. Да не этот, блядь, меч, то вот этот надо. Меч перепутал.
О, доска объявлений. Которые в жопу мне не упирались. На яйца виверны. Пошли они нахрен. Так, я куда бегу? А пока правильно бегу. Блять, как я туда вышел-то тогда первый раз, получается, если вот этой всей херни не было. Блять, еще этих утопцев, я точно помню, мне надо, блять, где-то еще. Так, они третьи будут. Вот где они будут? Дорога к берегу. Так, коньячок. Жаль, что не под шашлычок. Вкусно очень. Сложный ведьмак. Направления нету. Ну? Подожди. А я здесь не был? Костер? А, нет, смотрите-ка, был. Ну, давайте-ка еще раз в склеп сходим. Так, сохранить. Да. Я просто таки демон для вас. Блядяк. Я забыл, блин, как магией пользоваться. Так, а я там был? В склепе-то. Беренгар, загадочный ведьмак и изгой. Наконец-то я нашел его. Мне это не нравится. Что тебе нужно, ведьмак? Я довольно долго искал тебя, Беренгар. У меня есть к тебе вопросы. Ты не ищешь легендарный доспех? Твои вопросы подождут, потому что тут сейчас будет Вихт и несколько Брукс. Справишься с ними? Я-то справлюсь. Не ребенок. Ха-ха-ха. Ну давай, играй в крутого парня. Как говорит этот старый пердун Весемир, подеремся, увидим. Я слышу, как они идут. Будь готов. Я с самого детства готов. Каэр Морхен об этом позаботился. Ну давай. Вот и все. Это обязательно? Подожди. Так, темно.
Что такое? Ух ты, у меня тут что, ничего не было? Неплохой стиль, но он несовершенен. Во время полупируэта ты оставляешь пах незащищенным. Не думаю. Я тебе покажу, когда мы отсюда выберемся. Я не намерен обсуждать фехтование. Что тебе известно о саламандрах? Ха-ха-ха-ха! Прямо к делу. Да? Знаешь, что меня смешит, Геральт? Нет. Ты. Такой ведьмачистый, такой быстрый, такой самоуверенный. С таким не знаю. Осторожно, они снова идут. Давай. Так, а ты лошара. Легкое дело. Беренгар, я не дам себя убить нескольким альпам. Давай поговорим. Заставишь меня? Не собирался этого делать. Я думал, что поскольку мы оба ведьмаки, мы сможем прийти к какому-то решению? Да. Как по мне, так вы все ничем не лучше негодяя профессора. Ты просто больший лицемер. Так ты все-таки работал на саламандр? Я такого не говорил. Черт. Так, минутку. Так, венок, так, нет. Так, регенерация, у тебя все смертельные для кровососущих. Так, повышает энергию. Так, яд и кислота, обнаружит невидимых противников. Так, нет. Так, значительно повышает регенерацию энергии, так, критического урона. Яд смертельный, так, нет. Не то. Ну давай. Не. На почти. Вот так вот. Каково? Думаю, мы закончили. Я закончил. Хорошо, но не здесь. Идем наружу. Садись у моего костра. Ладно. Так. Это что такое? Ладно. Так. Мы сюда пойдем. Мать его, блядь! Нельзя же так с людьми.
Итак, ладно, хоть петушару этого нашли. Блин, я опять мимо, да, промахнулся? Охренеть. Вроде как невидимых чудовищ могу обнаружить. Ну, блядь. Свет дневной иссяк, и вокруг меня пустыня. Сон звезд гонит прочь мрак. Да светится мое имя. Давай посмотрим, что ты мне расскажешь. Поговорим у костра. Поговорим у костра. Получены новые таланты. А что, у меня все есть? Так, а здесь-то я, по-моему, всех их перебил, нет? Вход в пещеру. Так, последователь дракона. Куда ты? Вот и все. Так. Проход в поля, в деревню, в склеп. Так. Так. Не то. Так. Круги на воде. Так. Вражде между. Так. У заглавного. Так. Имени Юлиан. А, кстати, у меня Юлиан вообще есть.
персонажи. Да твою мать. Дорога к полям. Ну давай к полям. Небольшая полуразрушенная мельница. Быстрее, давай. Так, склеп. Но мне склеп-то не нужен пока. Так, небольшая ферма. А вот на ферму-то, может, мне заглянуть надо? На небольшую-то. Пока правильно, правильно бегу пока. Так, минутку. Мне бы, блядь, как-нибудь их обогнуть. Ага, он не спускается здесь. Там какие-то другие монстры еще. Свеча друидов. Так. Что-то надо пожертвовать. А у меня ничего даже и нет для свечи друидов, честно скажу. Придет. Что если я получу? Понятно. Так. Бежим. Как нам на эту ферму попасть? Вот вроде бы все ничего, но я чувствую, что мы не так бежим. Не так, не там и не туда. Переодевайся. Получили.
Господи, там труп, тут труп. На. Подожди, это еще не все. Блять, у меня тут бомба была. Так. Подожди, у меня были бомбы, точно помню. Что? Вкратце. А где мои? А где моя одежда? Не знаю, ищи везде. Давайте, вот это я использую. Подожди. На. На. Так, еще одну бомбу. Ой. На. Съели, да? Вот так. Посмотрим, что тут можно взять. На. Кстати, вот, блин, а где эти? Все, идем отсюда. Так. Мы небольшую ферму пробежали. Вон она. И что у нас на ней, на этой небольшой ферме? Труп. Ладно. Теперь мы бежим тогда проход к деревне. Да твою мать, не туда, вот сюда. Я-то думал, там ферма, блин. А оказалось. Давай, вот так вот. В этом положении он быстрее бегает. По крайней мере, я так думаю. Все. Вот так. В деревне. Так, где у нас деревня? Вот это. А это что у нас? Таверна, хижина, знахарки. А, это вообще не то. Все, понял. Нам вообще в деревню надо. Мимо всех пробегаем. Куртку только желтую не одевай.
Блин, так-то долгий этот ведьмак-то. Раньше вроде не казался таким долгим. Или раньше просто не спешили записывать вот так вот, чтобы... А просто играли месяц, два, три, сколько там надо будет, столько и играли. Ну что ты, что ты? Ох ты, разыгрался-то. Хвостатый. Тихо, тихо, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот она деревня. Так, дорога к берегу? Нет, мне не надо к берегу. Так, мы в деревне. Солтыса, кузнец, Алины, пекарь, корова-медалистка, Селины. Подожди, блин, ну давай, да, дом Солтыса. Дом Адама. А где он сам? Так, ладно. Мне придется что, в таверну туда бежать? Корова-медалист, блять. Нет, до коров дел нету. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И везде там, блин, эти праздничные хрени установлены. Вам кого бояться надо, так это только меня, блядь. На. Я могу чем-то помочь? Ну, вот он ты. Хочу подраться или смотреть. Ты хули лежишь? Я возьму на себя работу. Послушай, у меня ужасно много дел. Я планирую собственную свадьбу. Ты представить себе не можешь, сколько времени. Красная шаль. Блять, теперь, я не знаю, к болоту что ли идти. Ладно, давайте посмотрим, как оно будет. С этой беготней. Я твою мать в рот. Я даже не знаю, мне мата уже не хватает, реально. На этих, блять, идиотов. А ведь где-то еще ходят эти... Мокрые, блядь. Ну, кстати, вот здесь можно вдоль деревни поискать, конечно. Ну-ка, давай-ка. Так. Ну вот, река. Ну, что-то само то здесь, да?
А при хрену тут яга-то? Ну, если только у рухнувшего моста еще поискать. Так я сомневаюсь, что они там есть. Так. Ни хренашеньки там нету. Мы тут, кстати, были уже. Что там за сила во мне живет? Ой, так и в этом склете. Так. А, кстати. Нет, все правильно. Бежим, 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 бежим. Насквозь пробежим. Давай, ворота там мы открыли уже. Да все, я сейчас иду, сейчас мы все равно будем заканчивать запись. На всякий случай, вот. Блять, а с той стороны не может быть? Раз стоит деревня, блять, на берегу реки. Ну, таверна. Понятненько. Нету тут никого. Хотя могли. Дорога к берегу. Так, там склеп, здесь этот гандун. Тут труп, а где утопцы-то, блядь, еще одни? Мне бы очень хотелось вернуть ожерелье этой девчине. Так, рыбак. Привет, ты король рыбак. Что ж, у меня профессиональный интерес в этой области. Амфисбены? Жагницы? Понятно. Озеро. Я ищу. Да, я видел злобных водяных на берегу. Надеюсь, я скоро его увижу. Ха. Можно? Ага. Прощай. Все. Блять, хоть на лодку договорился. Так, ну-ка давай-ка еще раз, милая девочка. Я туда схожу, посмотрю. Появился он? Нет.
Алтарь есть, да только этого нет. Значит, на лодке едем. Так, этих точно не будет упырей, потому что я, блядь, тут все порешал. Всех перерезал. Ты чего, блядь? Так, куда-то отплываю. Минутку. Приплыл куда-то, смотрите-ка. Оказывается, там не весь. Давай. Так. Сохранить. Владычица озера. На. Так, выпьем, где он у нас? Взять все его руна. Так, что выкидываем? Арбуз выкидываем. Сохранимся. Вау. Приветствую, Геральт. Прошу прощения. Ты его и не знаешь. Зато я знаю тебя. Говорю сразу, лютиковы баллады — это вольная интерпретация. У меня более надежные источники. Сирена по имени Шьенас. Сирена? Да. А что тебя так удивляет? И что же Шьенас тебе рассказал? Что ты предотвратил войну между князем Агловалем и жителями затопленного города Ис. Благодаря тебе и твоим друзьям, люди и водяные Иса могут сосуществовать. Это радует. Надеюсь... Шьенас говорила, что ты человек умный. Сам поймешь, поговорив со жрецом водяным и с человеком по имени Юлиан. Кто ты так? Меня называют владычицей озера. А тот... Красивая. Разговорчивый рыбак. Слуга? Нет. Я женщина. А женщине нужен мужчина. Для защиты и добычи пропитания, разумеется. Понятно. Когда-то
Мою честь защищали благородные рыцари, но это было давно. Единственное, кто у меня остался, это мой бедный больной король-рыбак. Иногда я вижу будущее, ведьмак. Предназначение опутало своими путами одного ведьмака. Его путь... Кто этот ведьмак? Ты или Беренгар. Поговори с ним. И пусть один из... Я... Да стой! Госпожа... В моем царстве нарушен мир. Люди и водяные постоянно враждуют. Полагаю, у каждой из сторон должен. Верно. А? Поговори со жрецом водяным, что сидит у моей... Я займусь этой... И кто же... Дело не в том, кто прав, а кто нет. Я хочу, чтобы... В таком случае тебе придется убить Дагона. Но это не все. Ты должен принести мне по одному предмету, символизирующему гармонию, от каждой из сторон. Эти предметы должны тебе дать Я скоро... Взгляни внимательно на статую. Ты поймешь, что это... Да подожди ты, блядь, что ты бежишь-то? Да? Госпожа. Я знаю, что ты вернулся не случайно. Прежде... Ответив на мой вопрос, ты ответил... Меня привело сюда... Вопреки тому, что говорят люди, над судьбой я не властна. Я рассчитывал... Я дам тебе совет. Если ты веришь, что твоя судьба предопределена... Я запомню это. Хорошо. Я хотел... Да? Виной всему легенда о священном Граале. Они утверждали, что найти священный Грааль... Грааль... Нету священного Грааля. Поговори с отшельником, присматривающим за могилами моих храбрых воинов. Он зануден. Но отлично раз... Я... Но если ты вернешься сюда с намерением уйти с чрезвычайно важной миссии, у моего алтаря на берегу. Хотя последователи Дагона... Понятно. Да? Мне нужны дары от людей. Да. Попробуй. Хорошо. Все. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!